Митинг, посвященный 79-летию со Дня Победы, прошел в военном городке Руднево. Военнослужащие, юноармейцы, школьники и местные жители собрались здесь, чтобы еще раз сказать спасибо ветеранам и почтить память тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны. Ученики школы номер 257 организовали бессмертный полк. На митинг пришли с фотографиями своих прадедов. Здесь же разместилась выставка героев современности. Имена и фотографии тех, кто сейчас сражается за Родину в зоне специальной военной операции. Вот уже 79 лет из года в год никто и ничто не забыто. Память о Великой Отечественной войне бережно хранят из поколения в поколение, воссоздавая атмосферу прошлого песнями военных лет, полевой кашей, фронтовыми письмами и фотографиями героев. Мне было 3 годика, когда война началась. Но помним все. Все, хоть и маленькая была. Помним этих фашистов, которые подъезжали на мотоциклах, забирали все продукты. Мы, дети, прятались от них.